Добрый день, дорогие друзья. Без лишних слов, это день 41. Перед началом дня мы набирали дополнительное оружие и броню от различных аномалий. Что? Кто ходил? Нероинг, ты чуть не сдох, ты понимаешь? Как опасно было сейчас жить тебе. Чуть не помер. У тебя... Ты на волосок от смерти был, тебя один... Одна ячейка отделяла от смерти просто. После такого я очень боюсь ходить к ней, она меня очень бесит. Я вот просто куплю сейчас и больше никогда к ней не пойду. Все. Ой, это что такое? Это откуда здесь? Чье? Я ем мороженое. Молодец. Ты хочешь сказать, что ты оболочка кожи всего лишь? Ясно, все с тобой. ЗНН съел Нероинга. ЗНН тебя обманул, одурачил. Понятно. Ну ничего страшного. Уничтожим на изи. Только выйди. Поймешь, что значит. О, стоп. У нас же скидка сейчас. Что-то мне так впадло. Что-то я как-то обычный день так долго прохожу. Это капец. Можешь забить на этих клерков и просто чилить. Так, нам нужна твоя помощь. Давай, Лесли. Так, ну изи. Пельмени или не пельмени? Нет, Данил! Прожмем F Данилочки. Я считаю, что он скоро умрет. Вроде он нормальный, вроде нормально ему. Вроде нормально. Данил, пожалуйста, не умирай! Однажды все умрут. Ну, конечно, все умрут, но ты-то не надо, пожалуйста. Уже норм, живой. Ура, он выжил. Фух, Данилочка выжил. Жданил, не умирай. Но контактировать я с тобой не буду. Ну, правильно, вдруг он заразит глистами. Нероинг не успел Нет. Сейчас будет ужас просто. Она нападет на кого-то. Она на кого-то нападет. Это очень плохо. А, нет, все хорошо. Нероинг смог. Нероинг успел. Фух, все хорошо. Можешь возвращаться домой. Фух, ну это было, конечно, страшно, ничего не скажешь. Так, 230, мы можем купить одно. Блин, вот мы сегодня рофлили, а Данилочка ведь реально чуть не умер. Что-то вот почему-то Лесли намного чаще прожимал ту омега-ульту, а вот она очень долго. Вот младен может тебе дать, осуждаю. Стой, не стреляй, брат. Господи, я аж так испугался, капец. Смотри, какой жирный, его столько людей бьют, а ему пофиг. Чё, ты уходишь, что ли, или чё? Так, 116. Вот так вот почти спокойно прошел 41 день. Я посмотрел вот на этот вот комментарий и подумал. А действительно, многие люди могут не понимать выбор аномалий. Так что теперь я буду вставлять и невыбранные аномалии, чтобы вы знали, как и зачем я делал тот или иной выбор. А вот список всех невыбранных мной аномалий до этого. Добрый день. Здравствуйте, управляющий. Вновь решили посетить это место? Вновь? Да, можете не притворяться. Я прекрасно знаю, что вы приходили сюда попрощаться с плодами ваших ошибок. Да ладно вам, жизнь не вечна. Скорее бы все это подошло к концу. Конечно, в данном цикле вы допускаете куда более грубые ошибки. Но оно и не удивительно. Т2 протокол дал сбой. Я даже удивлена, насколько мало сотрудников вы потеряли. Мисс Бина, вы... Да. Пожалуйста, помоги нам извлечь 5 эго класса HE. Возможно, я выполню вашу просьбу. Благодарю, дитя. Желаю тебе силы и терпения. По крайней мере, до конца цикла. Мы готовимся к финальному необходимому ядру. День 42. Ядро Хезида. Первый усиленный урон — черный. Что нам особо не мешает. Клерков на... в отпуск? О, смотрите, 2 брата Альфа. Я их отправил в отпуск. Перегрев? Красный урон. Но это нам особо и не помешало, ибо перегрев только на инструменте. У него красный урон! Я идиот! Ну ладно, ничего, он хорошо отработает, все будет хорошо. Нет, прощай! Слизь черным уроном бьет. Ура! Изучили Снежную Королеву. Второй перегрев. Черный и бледный урон увеличены. Клоуны без проблем убиты. Третий перегрев.
Белый и бледный урон увеличены. Перегрев на звезде, королеве и корректировщике поведения. Сейчас посмотрим, как она дамажит. Ёпарес, это... Однако знатно дамажит. Ничего не сказать. Это очень много. Это очень много. Нет, 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 пожалуйста. Молодец. Муа, просто ты моя красавица, я тебя просто обожаю. Да, звезда и усиленный белый урон. Между прочим, Надека была на волоске, но, к счастью, все обошлось. Так, ребяточки, давай стреляй. Иди тоже. Да. Четвертый перегрев. Белый и красный. Перегрелись Слиз, Бабочки, Младен и Королева. У, я помню, как в тот день, когда я проходил на стримах лоботомку, у меня было БН и у меня был Пейлурон. Это такой ужас был. Он чудом выжил, просто Алиф чудом выжил. Это была такая жесть. Такс. Не, ну вроде все нормально. Так, можно начинать, получается. И вот на пятом перегреве, как видите, фиолетовый полдень. Все типы урона, кроме бледного, усилены. Очень навряд ли это сыграет нам на руку. Нет! Почему? А! Я идиот. Это... Нет! Я убил своего человека сам. Прости меня, Антон, пожалуйста. Пора убирать магические пули. Да кто, как? Как? Кто умер? Кто умер? Какая Рика? Почему? Гора! Что? Когда? Как? Кто умер как? Умер Рика? Я не знаю, почему Рика умерла. Возможно, потому что сбежала гора, она стояла на пути, но мне кажется, вряд ли. Я не знаю, где Рика была и почему она умерла. Это меня самого интересует. Она была здесь. Я ее, походу, тоже случайно направил вместе с этой. Ее также стрелок убил. Да, я, походу... Я идиот. Надо все, я больше не могу... Я не хочу больше пользоваться сраными пулями, вот этими магическими. Антон убил Оливер. Оливье. Да-да-да. Без комментариев. Разносите. Разносите под люку. Быстро. Изи. Разнесли. Импостер. Короче, получается, два человека убили двух человек сами по себе. Я просто гений. Ты понимаешь, я мог бы это без... Я мог бы все хорошо сделать, если бы у меня не было сраных магических пулек. Я просто идиот. Бедный Антон. И бедная Рика. Это очень грустно. Так тупо просто пожертвовать двумя людьми. Это же надо уметь. Я идиот! Я пожертвовал третьим человеком. Точнее, я убил третьего человека. Как так? 13 человек погибло у нас уже. Я зарунил сам троих людей. Сам, своими руками. Никакая аномалия. Умерла Харука. Потому что я, оказывается, отправил ее сюда, потом резко решил отправить вот сюда. И она умерла. И вот финальный перегрев перед завершением. Не усилен лишь черный тип урона. Вы понимаете? Самое обидное, что черный убрали. И вот написал, что эти импостеры всех уничтожат, но убрали. Они просто взяли и убрали черный урон, остальные повышенные. Супер. Молодцы. Правильно делаете, правильно. Молодцы, пока что все живы, все хорошо. Ой, как хорошо, молодцы. Дальники просто разносят на самом деле. Восстановили потерянную экипировку. Получается, вот сейчас заканчиваю день, и у меня остается всего лишь 33 человека на финальные деньки.
добивайте, добивайте. Молодцы, молодцы, просто шедеврально. Ну и все получается. Конец дня. О нет, черный, ты можешь умереть сейчас. Умерло 3 человека. Абсолютно все смерти, исключая безымянных героев в этом прохождении, происходят из-за моей некомпетентности. Я очень сожалею. Да простят меня мои коллеги. Я правда не хотел. Спасибо, управляющий. Несмотря ни на что, вы помогли мне. Я запомню это. Желаю вам найти кого-то преданного и на кого можно положиться. Осталось только пройти до 48-го дня, и мы прошли этот челлендж. Понимаете? Офигеть, я не ожидал этого от себя. Но на самом деле я довольно фигово отыграл, мог бы получше. У меня могло бы быть сейчас 10 человек. От Хезида мы получили шанс на возрождение и блок перегрева. День 43-й. Ну, последние спокойные деньки перед финалом. Вот вам небольшая нарезка. О боже, я взял младенца с цензурой. Я просто гений. Так, у нас, кстати, 2 рулетки в одном кармане, можно сказать. В смысле, в одной этой. В результате плохой работы понижается счетчик клепота. Стоп, а если цензура... А ну хотя на цензуру-то пофиг, она выбежит, мы ее подавим. Но если пули будут, конечно. А если пуль не будет, то будет капец. Будет резня. А, да, она уже сбежала. Стоп, а почему меня не предупредили, что она сбежала уже? Хокма, ты обнаглел, что ли? Хотя, возможно, он сейчас не предупреждает, потому что у него сбой в ядре, и надо подавлять. Может, это механика игры такая? О, нет, блин, вот этих клерков жалко, потому что они дают скидку. Я бы не хотел, чтобы они умирали, но им придется умереть. О, Оливьер тут один. Убил своего лучшего друга и сидит, кайфует. Альтернативная концовка Library of Ruin. Ладно, пока что забьем на них, будем работать. Господи, сколько там? 4% он не может выбить уже 20 лет. Я не знаю, как так можно вообще. Да, клерки не пострадали, кайф. А где? А где Ларик? А, Ларик пошел сливать свое оружие, по-моему. Ну вот, по-моему, я зря это пошел делать. Ну ладно, посливай немного. 23, о, все. С первого раза выпало. Сюда, падла. Иди, иди, иди сюда. Давай, давай, подходи, подходи. Мы сейчас тебя со спины еще. Ну вот и все. О, стоп, ровно 33, кайф. И у меня каждый раз младенец рано перегревается. Они реально очень хотят, чтобы он сошел с ума. Ну, в смысле, это самое. Изучили зацензурено. Так, все, они сейчас дорабатывают, и у нас конец дня. Кстати, не факт, что я... Если я просто читаю... Если я не отвечаю, не факт, что я пропустил. Может быть, я просто прочитал и забил. Не стал озвучивать. Да, мы успели выполнить миссию Бины. Хорошие аномалии выдает. Я с помощью нее постоянно добывал нужных. Стоп, она... Даже начинать день не надо, чтобы она со скидки продавалась. Офигеть. День 44. О, изи. Нет, 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 отмена, отмена. Фу, господи, это страшно было. У меня так холодок пробежал по всему телу, капец. Так, одна цензура есть. Сейчас будет вторая. Так, немного совсем осталось. Одна работа, и он уже хватает. Все, наконец-то. Мы покупаем последнее пиво, и больше нам не надо работать с ней. Ура! Ура! Наконец-то. Опа! Возникло недопонимание внезапное. Уже сбежала. Блин, у нас даже Виктор не пришел. Ладно, давай, мочи ее. Так, это изи было. Нафиг мне себе, нафиг тебе этот дар, действительно, нафиг он тебе нужен, реально. Да мне кажется, ты его и не выбьешь до конца самого. Больше шанс, что ты на когте умрешь, чем выбьешь этот дар. Давайте давим шапочку тогда. Так, стоять, вы здесь будете давить... Так, ну все, можно завершать день на самом деле. Это не просто Виктор. Это Виктор Цой.
Так, все хватает на цензуру. Все, давай завершаем. Все, это финалочка. Кстати, это я просчитался. На самом деле 55 должно было быть там. Но раз уж у меня 45, то я решил, что с 45. Найдет новый сотрудник. Ананасик. Так, ну сейчас будет самый хард после этого дня. Так что готовимся. Готовимся. День 45. О боже, я идиот. Страшно, очень страшно. И Анжелике не дал ничего. Я очень умный человек, потому что нельзя пересоздавать. Но никто из заказных людей, у меня еще никто не умирал. Только мои созданные умирали. У нас будет первый. 196, офигеть. Вот это скидочки. Че у тебя челик Тимотей, а не Тимофей? Потому что... Че, не знаешь в этом? Lucky Star была серия, где эта девочка с голубыми волосами говорила... Мите, Тимотей. Поэтому Тимотей. Резня. Жесть, подожди, а у цензуры еще и белый урон сразу? Я не знал. Серьезно? Не понял. Так смешно бегает, капец. Какой ананасик? Ты хочешь, чтобы ты умер? Прямо сейчас? Ну я, в принципе, ну как хочешь, чё. Потому что у него шанс на заражение большой, у тебя слабая сопротивляемость к красному, во-первых. Во-вторых, у тебя выдержка очень слабая. Мне ни разу челы не умирали. Ну смотри, у меня умирали. Если ты так хочешь, мне просто рука не поднимается тратить одного сотрудника на эту сраное гнездо. А нас будет первым из заказанных, кто умрет. Возможно, да. Вполне. Ананас, терпи. Тебя Данилочка зарезал пистолетом. Нет, ананас умрет сейчас. О, нет, кстати, смотри, хорошо отработал. Я не ожидал такого. Молодец, молодец. Справился. У тебя звезда, чел. Звезда. Да. Нифига себе. Спасибо, кстати. Я бы про нее забыл. Я думал, я направил. Оказывается, не направил. Молоден был самым лучшим выбором из всего, что там было. И что-то еще против. А, Альраун, оркестр и Молоден. Очевидно, что Молоден это самый лучший выбор. Ну, Молоден не зарет, я тебе отвечаю. Тут невозможно его заруинить. У нас вот эта девочка есть, у нее 125 выдержки. Она просто на изи с ним справляется. Выпусти гору. Да с удовольствием выпущу сейчас. Только как? А, ну хоть я знаю. Ох, смотри. Бесстрашный клерка нашелся. Стой! Нет! Он его съел ваншотом! Леваха играет без рестарта, тем временем Леваха выпустил гору по приколу. Ну да. На что мне эта гора? Она же легкая. Я ее в третьей фазе подавлял. Почти втроем. Мне немного шапка помогла, а в остальном мы почти втроем подавили на изи. О, какая музыка веселая. Как раз на подавление. Да пофиг. Вообще, вообще посрать, чё? Чё она мне сделает? Это же гора всего лишь. Это же даже не Алиф. Это же Зайн. Зайн аномалия. О, изи. Все, можно завершать день. Гора пытается сбежать из Саратова. Ну типа. Там я все. Что ж, друзья, финальная неделя на подходе. Осталось совсем чуть-чуть. Что же касается прошедшей, абсолютно непримечательная неделя, за исключением ядра Хеседа. Мой разум решил устроить огромный фестиваль глупости и невнимательности. И все смерти в очередной раз лежат на его совести. Боже, боже. Я гублю всех по некомпетентности. Это так ужасно. Но будем надеяться, что их жертвы стали частью пути к финалу. Добрый день, дорогой управляющий. Меня зовут Авель. Я впечатлен вашим успехом. Дойти до этого момента, ни разу не воспользовавшись Т2, исключая, конечно, ускорение времени. Будто бы у меня есть выбор. Выбор есть всегда. Бороться до последнего. Идти по легкому пути. А вы, я считаю, боретесь зря. Вы ведь и сами понимаете,
Без этой важнейшей технологии вы ничего не добьетесь. Так зачем же? Я должен. Я просто должен. Причины не играют тут особой роли. Что ж, как знаете. Вероятно, вы уже в курсе, но если вдруг нет. Сегодня к нам прибудут особые гости. И я хотел бы, чтобы вы оказали им достойный прием. Если вы не справитесь с этим, будущее вам не по зубам. Хорошо. Коготь. Давненько я их не видел. Нанимаем последнего героя и омега последнего героя. Все, пути назад нет, я нажал. Все. День 46. Здесь я буду заострять внимание именно на испытаниях, ведь именно в них вся сложность текущего дня. А на изучение аномалий, обратно, совсем не буду обращать внимания. Ведь до финала всего 3 дня. А кто у нас первый? А где? Я не понял сейчас немного. А, вот он, нашел. Это черный? Ужас, ужас. Да, первое испытание — черный корректировщик. Он может быть опасен, и в случае медленного реагирования некоторые аномалии могут повыбегать. Я отважно вступаю в схватку. Вскоре на помощь мне приходит Нероинг и Виктор. Вместе мы с ним расправляемся. И сразу же разбираемся с перегревами, последствиями смерти черного корректировщика. О, почему ты без брони? Что? Она умрет, нет, пожалуйста, не надо. Итак, в полдень я в первую очередь нападаю на белого корректировщика. Я позвал Данилочку, Кирилла, Роланда, Тори и Тимотея на помощь. Но корректировщики не дураки. Красный пришел к нашей толпе, когда у белого оставалось совсем немного хп. Но у красного нет никаких особенных тактик. Так что мы его добиваем очень быстро. О, они задоджили практически. Вот он смог задоджить. Вообще не задамажился. Кирилл, хорош, ты задоджил просто. Сумерки. К нам приходят все корректировщики разом. Ну и самым нелепым из них оказался бледный. Он вошел в лифт со всеми сотрудниками и, как ни удивительно... Затем наш небольшой отряд отправился уничтожать красного корректировщика. Параллельно с этим Ларик, Роланд и Виктор убивали черного корректировщика. Последствия его смерти оказались минимальны, ибо он был на этаже Малкух. Здешние аномалии вообще не представляют угрозы. Лесли добил красного, и оставался самый противный, белый. Нет, Лесли, ты умрешь, нет! Ноль урона. Нет! Все нормально. Все хорошо. Достаточно большим отрядом мы отправились на убийство белого. Что ж, да, все 7 корректировщиков приняты. Остался лишь наш финальный и важный гость. От винта. Сначала коготь напал на меня, но вскоре подошел наш отряд зачистки. От винта, смотри. От винта. Коготь провел рывок, но все успели от него уклониться. Затем коготь попытался колоть зеленую ампулу. Но мы предотвратили это. На невероятно низком проценте здоровья коготь стал неуязвим и вколол синюю ампулу. К сожалению, не все смогли спастись. Он убил Азербайджан. Азербайджан пал смертью героев. После первой синей ампулы коготь пропал и немного подлечил хп. И снова вколол синюю ампулу. Нет, почему второй? Почему второго? Почему? Вы не представляете мое отчаяние в тот момент, но... Когда я судорожно сбивал Тейли синей атаки и уже готовился к худшему, он просто умер. Видимо, второе использование синей ампулы не дает неуязвимости. Азербайджан. Хоть он и не был бойцом, он был хорошим работником, и он отважно принял свою смерть на белой полночи. Покойся с миром. Ты навсегда в моем сердце. Поздравляю, вы смогли сделать это. И даже сделали куда эффективнее, чем я ожидал. Но что дальше?
Зачем все это? Вместо того, чтобы прийти к решению, вы обречете людей на страдания. Разве это стоит того? Вместе мы все преодолеем. У нас уже появилась воля. Воля стоять непреклонна. Вместе мы переживем даже апокалипсис. Но зачем? Все это абсолютно тщетно. Что вы с этого получите? Это лучше, чем быть замороженными и похороненными в глубинах. У нас есть особые причины жить. Я много раз пытался разорвать круг, но это ни к чему не приводило. Голоса моих старых знакомых отдавались в моей голове. Неужели это то, чего вы пытаетесь добиться? Конечно. Да, не все может получаться. И не каждый из нас может дожить до конца. Но у нас есть надежда. Надежда стать лучше. И жить. Жить настолько долго, насколько это получится. Это тщетно. Неужели вы и правда думаете, что без специальных инструментов можете сделать то, чего не удалось сотням, может и тысячам до вас? Конечно. Нас может ждать провал, но даже так, мужественная стойкость остается с нами, и мы смело встретим будущее. Что ж, хорошо. Я вижу, у вас есть сила. Надеюсь, у вас получится. Прощайте. Потому что стрим, который удалился, там было меньше трех. Итак, самый сложный день. День 47. Все четыре верхних ядра вместе. Это должно быть очень трудно. Больше всего на нас будет влиять отсутствие лечения, но я надеюсь, нам хватит мужественной стойкости. Первый перегрев. Перегрелись феи и слизь. Я быстренько проверил, на что поменялись работы, и отправил к слизи на подавление. Благодаря стримам Левахи я выучил текст песни от винта. Ты ее должен был знать с рождения. Второй перегрев. Черный корректировщик. Особо внимания заострять на них не буду, ибо давлю я их точно так же, как и на 46-м дне. Но после смерти у нас начались проблемы. Все сотрудники в одном лифте. И перегреты достаточно опасные аномалии. А работы попутаны. Что же делать в таких ситуациях? Первым делом, ананасиком, мы проверяем работу на привязанность у Шаденфрейда. Это оказывается подавление. Затем проверяем понимание и подавление на шапке и горе. И вот так, наконец-то, обнаруживаем инстинкт. Сразу же идем успокаивать младена. А мы не спасены, мы не можем отработать на белый. Да-да. Невозможно нормально отработать у цензуры. Ну... Что ж... Ладно, давайте бить цензуру. А чё, цензура тоже Зайн? Я не знал. Ну, изи, короче, ясно. Зайн, ещё один Зайн. Очередной Зайн. Вот так была разрешена эта непростая и потенциально опаснейшая ситуация. Она уже умерла? Я даже оглянуться не успел, алло, ну реально Зайн, стоп. Третий перегрев. Перегрелись зеркало, младен, снежная королева и помехи. Ф. Тимотей погиб. Я забыл, что у нас понизились статы. Господи. Как же это грустно. Тимотей погиб. Тимотей. Очень грустно. А, еще ананас умер. О, нет. Это единственный человек из заказанных, кто погиб. Походу, мне теперь надо работать только на вавах. На горе можно работать. К нему больше не заходим ни в коем случае. Подожди, так я тогда не успею добрать до шестого. Да ёпара СТ, мужик, ну ты даешь. Быстрее хильте его. Все нормально, все хорошо. Да, понижение статов, купя с мылом от Есода, делают страшные вещи. Четвертый перегрев на слизи, пчеле, лебедях, пожирателе пушек и на суккубразе. Суккубраза я не трогал, и он сбежал. Кто-то умер? Как он умудрился на плохо отработать, мужик? А, точняк, у него же там пониженные статы. Все. Тебе как успехи там, мужик? Замечательно. 18 смертей.
Это ужасный день, я ненавижу этот день. Просто самый дерьмовый. Вот реально, 47-й, я знал, что он самый ублюдонский день, но я знал это. Очередные смерти из-за понижения статов и плохой видимости. У меня еще один Зайн угробил еще одного сотрудника. Вообще супер просто все. На что я тебя направлю? О, нет! На что я его направил? Вроде на белый. А белый это пейл. Просто супер. Спасибо, спасибо огромное, спасибо. Офигеть. О, Кирилл какой-то красивый стал. Жесть. Ёпарас, это как так? Это просто ужасно. Я ненавижу этот сраный 47-й день. Ананас умер. Он зашел к сукубразу. У меня сейчас еще куча людей умрет на это, на корректировщиках. На корректировщиках. Так что забейте, ребята, забейте. Итак, последний перегрев. Красный и белый корректировщик. Они были подавлены. Без жертв. Что ж, это ужасный день. Наверное, первый раз, когда все смерти лишь косвенно из-за моей невнимательности. А в первую очередь из-за усложнений ядер. Ребята, ваша жертва была не напрасна. Спасибо вам за все. Прощайте. Добрый день, управляющий. Я Авраам. Вижу, вы справляетесь, но вчера смертей было больше положенного. Соболезную. Не лучше ли сдаться? Возможно, дальше вас ждет больше страданий. У нас есть надежда на смысл существования. Даже если нам придется страдать, все это имеет смысл, пока мы живем. Мы будем терпеть потери до конца. Столько стараний, и куда же все это? Чем выше вы забираетесь, тем больнее падать. А падать придется, уж поверьте. Зачем все это? У нас есть некое чувство. Отвага защищать. Мы должны ценить данные нам жизни, а не проводить их в вечном креосне. Разве вы не понимаете? Спокойствие бывает лучше борьбы. Посмотрите, сколько могил на этаже добычи. Разве все эти люди были готовы обрести свободу такой ценой? Мы всегда имеем поддержку. Кого-то преданного и на кого можно положиться. У них тоже был такой человек. И, возможно, сейчас они навсегда в его сердце. Такие люди дают мотивацию жить и бороться. Хорошо. Раз уж вы этого желаете, вперед. Управляющий, раз уж вы не погрязли в раскаянии, то он наверняка сможет открыть эту дверь. Прощайте. Перед финальным днем наняли предпоследнего героя. Предпоследнего героя. Ну вы поняли, короче. Наняли 6 последних героев. Конечно, возможно, это нарушение правил, но у меня тогда уже заканчивались идеи для имен. Итак, 48-й день. Финальный день. На первом уровне у нас перегреты красный и бледный урон, что не доставляет особых трудностей. Первый перегрев. Усиленные черные и белые типы урона. Перегрелись туфли и шапочка. У них красный урон, так что никаких проблем не возникало. Второй перегрев. Бледный и черный урон усилены. Корректировщик пришел белый, так что проблем не было. Но вот на следующем перегреве уже виднелся полдень. Третий перегрев. Усилены бледный и белый типы урона. И как же мне, черт возьми, повезло. Черный и красный корректировщики не проблема. Четвертый перегрев. Усиление урона снялись, так что неважно, кто перегрелся. Кто бы это ни был, проблем он не будет. Сбили перегревы и дружненько отправились бить проекцию Гебуры. Вы что тут? Ты что делаешь, алло? Куда обнаглел вообще? Данилочка на Гебуру полез сам, прикинь? Она просит за нее 200 по ячейк. Пофиг.
Что-то она как-то неадекватно реагирует на дальнее оружие. Бедная Гибура, ее сломали. Ну реально, она сломалась. Хеллоу-хеллоу. Они, по-моему, даже не успеют зайти, она уже убежит отсюда. Побежала. Кто цель? Цель пока что не видно. О, цель видно. Цель видно. А. Ну, отлично, Юй, значит, иди сюда. Чего? Что с ней не так? Ой, молодцы, ой, молодцы, какие хорошенькие, я люблю вас. Опа, что происходит? А почему... Подожди, а почему она сюда долбанула? Она что, крейзи? Почему она сюда долбанула? От винта. Почему она сюда долбанула? Что это за бред был? Чего? Чего это было? Ноль человек умерло. Поздравляю вас всех. Мы прошли игру. Приветствую, друг мой. Я Адам. Ты выглядишь уставшим. Но все это наверняка было не зря. Я сделал все, что смог. Спасибо. Благодаря тебе нам открыт путь в новый, замечательный мир. Давайте же войдем в него вместе. Я покажу вам. Присоединяйтесь ко мне. Плоть обречена гнить, если помещена в неподходящую оболочку. Не волнуйся, я покажу, что мне известно все. Я — это ты. Я — всего лишь ты, который осознал великую правду и стоит во вершине мира. Я — это ты, что остановил позади путь, по которому шел, и решил присоединиться к миру, который она хотела создать. Мы можем делать все, что захотим. Узри, насколько этот несовершенный мир стал идеален благодаря нам. До сих пор этим миром правил глупый бог, имя которому рациональность. Нет, называть это богом – преувеличение. Это всего лишь жалкая иллюзия. Мы должны свергнуть ее и раскрыть всем глаза. Да, мир, которого желала Кармен, придет. Монстры! Помогите! Смотрите, что-то растет на мне! Позволь нам создать этот рай. Даже голова и глаза всего лишь люди. Они не смогут остановить нас, тех, кто познал правду. Ты знаешь, что все, что мы видели в этом месте, это всего лишь тени, из-за которых ты до сих пор не узрел правды. Этот плод искупления достигнет сердца каждого. Брошенных, сильных мира сего, богатых, надеющихся всех. Древо человечества достигнет основы этого мира. Внемли. Сим, заявляю, что в конце ты станешь свободным. Так, ну походу вот он, конец нашего челленджа. Поздравляю. Поздравляю всех. 19 человек погибли ради челленджа. 19? Какой 19? Кто 19-то? 18. Ну вот, все правильно. Давай по новой, Миша. Не-не-не-не-не, все, хватит. Этот челлендж пройден. В следующий раз, если я буду играть в лоботомку, то буду играть с модами на новых аномалий. Чтоб было веселее прям. Что ж, друзья, время подводить итог. Этот челлендж не вызвал у меня особых трудностей. Скажу честно, было намного больше опасений, чем непосредственно препятствий. На деле. Это был долгий путь, длиной почти в год. Ролики не особо долго делаются. Это просто моя лень поглощает время и откладывает выход до последнего. Но спасибо вам, что ждали и что досмотрели. Я невероятно удивлен, что испытание, собиравшее десятки зрителей на Твиче, когда я его проходил, сейчас собирает тысячи. Ну что ж, спасибо вам. Зрители, за то, что смотрели. Киору, Хоротс, Денейлс, Йорик,
Мура, Максим, спасибо вам за озвучку. Всем тогдашним зрителям Твича спасибо за контент. Мы все вместе стали свободными. Возможно, это совсем не та свобода, что мы искали, но это хоть что-то. И за это стоило бороться. Обрываем контракт с Тикорд. Поздравляю, Адам. Твоя воля будет исполнена.